Зачем болеть, если есть чеснок? Сказал один мудрец. Но не все знают, как правильно пользоваться чесноком. Потому что чеснок убивает патогенные микробы, вирусы, чистит организм, печень, повышает наш иммунитет. А сейчас я вам расскажу, как сделать так, чтобы это чудесное средство, чудесный продукт питания стал для вас чудесным лекарством. Нужно с утра взять такую дольку небольшую чеснока и отрезать маленький кусочек в виде таблеточки и положить его в рот натощак до еды. И 30 минут просто слегка сосать его. Слегка можно даже раскусывать, но не сильно. 30 минут до еды. Что при этом происходит? Во-первых, убивается самая патогенная флора во рту. Потому что рот – самое грязное место, где больше всего патогенных микробов. Следующее, что происходит, что когда вы проглатываете слюну, то она попадает в кишечник и желудок. При этом кишечник и желудок чистятся от вирусов, бактерий, микробов, потому что там тоже очень много паразитов и всего прочего. Следующее, что чеснок осторожно, мягко усиливает работу в желчном пузыре и печени. И это очень важно, когда мы сосем чеснок, то слюна не только попадает в желудок, но она попадает и в лимфатические пути. То есть чистится не только кровь, но чистится и околоклеточное пространство. То есть каждая клеточка нашего организма, а мы состоим из миллиона клеток, миллиарда, каждая клеточка, она чистится. И поэтому, соответственно, и запах бывает от чеснока, да, когда кушаем. Поэтому нужно соблюдать очень важную гигиену. То есть таким образом чистится кровь, чистится лимфа, лимфатические узлы, межклеточное пространство и многое-многое другое. Не зря гомеопатию кладут тоже под язык. Итак, если у вас есть хронические заболевания, если у вас снижен иммунитет, если вы хотите меньше болеть практически при всех заболеваниях, чеснок вам поможет. Чеснок – это ваш друг и товарищ, если вы заболели. Причем это самое, можно сказать, недорогое лекарство, самый лучший антибиотик. Ну и, конечно, наши продукты, мелалойка, которую я предлагаю, она точно так же действует, как и чеснок. Итак, с вами был Виктор Балит. Всего вам хорошего, здоровья всем вам и всем вашим людям, которые окружают вас. Заходите на наш канал, записывайтесь и желаю вам всего самого-самого наилучшего. С вами был Виктор Балит. До следующего ролика.